Главная задача благотворительного проекта «Я вижу», инициированного Белорусским детским фондом и компанией «Велком» при поддержке Министерства здравоохранения и местных органов власти, вовремя выявить патологии зрения у школьников, проживающих в сельской местности. Этот проект очень актуален и своевременен. И в первую очередь тем, что врачи приехали именно к детям туда, где они живут и учатся, где был непосредственно контакт как с учителями, так и с родителями детей. И прямо на месте были даны рекомендации родителям тех детей, у кого выявлена патология. Каждому ребенку, который нуждался в лечении или в дополнительной какой-то консультации, даны направления, и они находятся в базе данных Брестской областной детской больницы. На Брещине проект проходил с марта по декабрь 2018 года. 8 районов нашей области стали участниками третьего этапа проекта. 2 бригады врачей-офтальмологов посетили 135 школ и осмотрели 11650 детей непосредственно по месту учебы. У почти 4500 школ выявлены различные патологии зрения, причем почти у 3000 ребят нарушения диагностированы впервые. Проект стал реальной помощью в детской диспансеризации. Мы сделали более доступную вот эту офтальмологическую помощь именно маленьким районам. Вот такие, как Ляхович, Ганцевич, Малорита, Пружаны, отдаленные районы, в которых, скажем, за счет того, что малое население и количество тех же офтальмологов, специалистов, ну там уже не делится на детские офтальмологи, один офтальмолог в первую смену принимает, вторую, то есть два, и, соответственно, доступность не такая, как в крупных регионах Барановичи, Пинск, Брест, где можно попасть, скажем, к узкому специалисту и проконсультировать ребенка. Среди наиболее распространенных диагнозов – близорукость, гиперметропия, спазм аккомодации и астигматизм. В ходе обследований врачи-офтальмологи выписали порядка 1400 рецептов на очки, выдали 82 направления на дополнительное обследование в специализированные медучреждения, а также 35 направлений на консервативное и хирургическое вмешательство. Вместе с тем, благодаря педагогам сельской школы прошла большая профилактическая кампания среди детей, информационные и разъяснительные мероприятия, которые расширяют круг знаний детей о профилактических мероприятиях, о пользе конкретных продуктов питания, которые укрепляют зрение, и самое главное о том, что связано с родителями, о том, чтобы вовремя обращаться за помощью. И мне очень приятно, значит, видеть результат того, что почти 4500 детей, которым нужна была эта помощь, они ее фактически получили. Проект «Я вижу» на Брещине завершен, но уже 11 марта врачи-офтальмологи Витебщины начнут диагностику детей в своем регионе. На эти цели от компании «Велком» Белорусский детский фонд получил 176 920 рублей. Этот проект ведь мы реализуем с 2016 года. Мы посмотрели Могилевскую, Гомельскую, Брестскую область. И уже в этом проекте осмотрено практически около 37 тысяч детей. И вот те цифры, которые говорят о том, что почему этот проект дальше продолжается, потому что есть в нем потребность. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.